Лина, да, ну вот Лина, конечно, хорошо заезжает, ничего не скажешь. Ну и последний бан. И да, последний бан Сларка, значит, видели пацаны из проблемы, что на Сларке умеет играть Go Team и Spectral Last Pick. Это интересно. Химик, кстати, еще в поле. Я не знаю, почему до теперь Химика никто не взял. Типа Сик Герой. А, ну сейчас они его... Нет, сейчас они уже не имеют возможности его брать. Вообще, типа, провтыкали Химика за все пики баны, зато инновационные инвокеры, спектры и виверы заехали. Очень интересно. Типа, ну, да, финал там, все там, ну, за, там за 1к гривен. Типа, у-у-у. О боже, ну это самый, ну я не знаю, ну почему Skyward? Потому что там Виверна, Инвокер, Квапа, а зато Спектра даст вашему Skyward один дакер, спецназик, это тебе адресуется, и на этом типа твоя карьера как суппорта закончится. Ну не знаю, и опять-таки паузы пошли, Dota 2 Reborn как всегда работает на ура. И чё? Ну давайте пройдемся по игроками, ролям, Шаман Год Слардар, Санен на Вивере, спецназик на Скайвроте, Шейкер на... Ой, Шейкер на китайце, китаец на Шейкере, плавит меня на ВРке. Видите, плавит меня уже понемногу, слышите, вернее. Ну и топчик у нас, имба. Топчик, еще раз напоминаю, у нас любит тарить на тинников. Значит, брастер первым айтемом, учить на деспрофит пассивку. Так что сейчас будем смотреть, чем удивит он нас на спектре. Потом Эксте играет на Виктор Виверне, Зейлану считаю лучшим игроком этой команды на Квапе. Ник Равиль играет на Инвокере и 4-5-2 на Бухгалтерии, на Зомбаке. Ну и что, отжали паузы. Надеюсь, команда уже готова играть. Да, еще раз, спасибо большое всем, кто смотрит нас, лайкайте нас, репостите нас, чтобы ну, больше людей узнавало, что мы занимаемся деятельностью, как комментарии Доты или там какой-то там промоушен и спорт Дота и так далее. Так что, друзья, помогайте нам, и мы будем стараться для вас. Ну и чё, Слардар идет оффлейн, да, трипла Шейкер Вивер, Скайврот будет на изделении, ВРК соло мид, у нас Квапа зомбаком на оффлейне будут, соло мид инвокер. Ну и да, топовая спектра, значит, с 8 танахусиками и щитком. Это фантастика, друзья. Ну и Санэ уже отъезжает. Не, не отъезжает. Этому зомби вообще насрать на типа твой раз. Мне нравится веточка его. В это время ВРК сейчас убьет Инвокера. Не, не убьет Инвокера. Была бы фиссура, типа пауэршот и убила бы Инвокера, пока отпился Вивер. И будут забирать быстрее всего зомбака. Ну, вообще-то должны вы были. Типа есть траншеи, есть пауэршот, я не знаю, типа четвером они были. Если бы Шейкер хорошо закрыл, то спокойно могли бы забрать. Но, увы, мне не понять. Мне не понять, пацаны играют в финале, я уже не помню, когда сам последний раз играл в финале какого-то чемпа, так что, о, ну, они им лучше знать однозначно, что и как делать. Так, Шейкер заблочил. Ну, красава Шейкер. Вот лайк тебе бы поставил однозначно за то, что заблочил ВРки. Крипов. И, ну и хорошо стоит линия для ВРки. Инвокер пошел в квас. То есть атаки у него не есть много. Он еще запулил все 4 тангусика, хотя он идет в квас. Непонятно зачем, типа.
Ну и Верка должна перецессить его вообще в понос. И, ну да, сейчас человек столкнется с действительно неплохим мидером, так что и почувствует вообще, как это стоять против него. Мы уже видим, что Верка полностью его доминирует. Не как в прошлый раз, да, Верка стояла против Асефа и, ну, типа, и полностью в салат проиграла ему линию. Ну, пока есть у нас инвокер где? Ага, здесь инвокер, да, 0-0. Ну, бывает, бывает. Нет, уж не подумайте, что я хейтерю этого инвокера, просто мне кажется, что, ну, в прошлой игре они очень наглыми были, типа, своими, ну, спектра, вот топчик очень наглый был своими высказываниями, и сейчас бы мне хотелось, чтобы пацаны вообще почувствовали, что такое играть против норм пацанов. Не в обиду там Mario Brothers, они хорошо играли, я считаю, типа, даже очень, типа, вышли в полуфинал на, там, не в закарпатском чемпе, то есть отлично отыграли пацаны, выиграли, еще раз напомню, Виталий и Принца, что, типа, вообще им, как бы, плюс. Ну, а здесь вообще линия непонятно стоит, типа, Санэ может умереть. Ну и пока ВРка, конечно, топ CS на карте. Слардар неплохо идет, 5 на 2, типа, против 6 мобов спектры. Типа, ну, второй левел, она какой левел, третий левел. То есть, ну, он не сильно отстает, там, шупа по блу, шупа XP. Так что нормально себя чухает, в это время инвокер имеет 4 моба. 5, хорош. Хорош парень, уже ВРка несет себе бутылочку. Да, и нормально себя чувствует в это время. О, здесь я смотрю. О, бухгалтерию поставили. Ну и что, будет открывать зомби счет. Да, у него еще есть на дике, и шейкер будет умирать. Типа, ну, маловероятно, что шейкер сможет оттпшиться. Все, минус шейкер. Это ФБ. ФБ забирает зомба. Good game. И еще забирают Сардара быстрее всего. Нет, не забирают, он убежит. Ну, хорошо сыграл вообще зомбак. Да, это очень сильная линия, конечно, квоп-зомби. Квопу как-то не удалось забрать команде. Вот это боль. Вот это боль, братан. Ну, конечно, 300 хп, типа. Там пашка нормально все. Ну и если взять, то уже ведет Гутим. Боже, Гутим ведет. Это просто фантастика. Ну, действительно, очень сильная у них линия, типа, ну, и эти виверы, ну, им надо время, им реально надо время, чтобы нормально иметь свои скиллы, как бы, ну, вивер слабый вначале, да, он может там убежать, и что, они решили свапнуться? Вот это интересное решение, типа, ну, поняли пацаны, что, ну, тяжело стоять, а реально виверу против спектры, типа, изи. Он будет ее харасить, она мили, она вообще, ну, типа, ватная, смотри, он уже полстолба. А, так это минус спектра, пока. Спасает их. О, боже. Так, Сардар убивает Квапу, да, он убивает Сардар, но флейн Сардар пришел и убил. Ой, отличный пауэршот от ВРК, она забирает спектру. О, ну и все, перевернули. Перевернули пацаны из проблемы, забрали керри, забрали оффлейн Квапу, которая очень хорошо себя чувствовала, оффлейн с Лардаром. Типа, я не знаю вообще, каким чудом этот Лардар сделал килл, типа, вообще красавец. Ну и инвокер хорошо себя чувствует, в принципе, против ВРК, да? Ну, ВРК, правда, сместилась. Пока ВРК смещалась, сделала килл на спектре, типа, инвокер себя спокойно фармил. Мы видим, да, спектра еще хороший CS. Ну, по CS-у ведут пацаны с... вот так, пацаны из Go Team, как бы, по всему ведут. И я так понимаю, что надо... Опа. Зомби тпшится на топ, будет свап линиями, что ли. Ну и да, пацанам из проблемы надо еще несколько киллов делать. Сейчас будет выход на спецназика. Шейкер дает великолепную фиссуру, но, к сожалению, двое людей умеют летать. Ну и шейкер хорошо блочит, но это не помогает, отъезжает.
товарищ Скайбратмах. Ну, это о том, что я и говорил, что будет лететь не удайгер ему в спину, Виктор Виверна будет лететь, бить, и, ну, реально Скайброт ничего не может с этим поделать. Ну, и Вивер очень ватный, типа. Вивер очень ватный, что Вивер будет делать кольцо, что ли? Ну, вы что, гоняетесь на него? Ну, непонятно. Ой, сейчас инвокер отличный, ветра дает, минус верка. Нет, выживает верка. Что, будет идти за руной? А, сейчас заобузит ботл. Вольво и так не пофиксил это дело. И она еще заберет руну быстрее всего. Так, Сильтисончик четвертый, в это время Квопа пятый. Ну, вообще, Сладвар может аннигилировать эту Квопу на шестом левеле. Типа, о. Ну, вообще она могла стартануть на него. Она это и делает. Нет, поняла, что она поздно среагировала. И оттянулась. Ну, правильное решение за веркой. В это время Бэйнхэл Джайан Стрэндж на Вивере, четвертый левел. Вивер, ну, зная Сане, как бы он догонит все. Фармить парень умеет. Ну и топчик 27 обоу. Ну, реально хорошо играют пацаны с гол. Как бы на данном этапе, типа, линии они максимально хорошо выигрывают. Но здесь, типа, выигранные линии еще далеко не показатель. И снова инвокер будет попробовать нападать на ВР-ку. Дает ветер, но это минус ВР-ка. Отличный. Да, хорошо сыграл инвокер. Реально хорошо сыграл парень. Ну и в это время Сане жить. Нет, Сане умирает и забирает еще Сане. Ну и пацаны, да, на удивление, пацаны с Go Team хорошо играют. Хорошо играют, и что-то у пацанов с проблемой не получается. Хотя по пику мне, ну, типа, кроме Скайврата, мне все нравилось. Ну и Вивера. Но к 2, типа, пик вообще-то в Go Team целее. Квапа, как дела? Сейчас Сайленс заедет. Я не заедет Сайленс. Квапа должна оттянуться. Я вообще не понимаю, зачем ты блинкаешь, братан, а потом идешь обратно. Как-то нелогично. Ну и инвокер нормально все чухает против ВР-ки. Ну. Вообще он типа даже выигрывает мид у нее. И, ну, если возьмем нетворсы, да, они более-менее равно идут, но зато парни, зомбаки, спектра намного лучше идут, чем Вивер. Вивер вообще в говне. Ну, короче, вы меня поняли. Ну, вот этими движениями, конечно, много времени теряют. У спектра есть шестой уровень, есть ульт. Ну и да, это может быть какое-то открытие. Не знаю, почему ВР-ка стянулась на топ, сейчас слезает непонятно зачем. Хостучатый ВР-ка не может никак собраться. Я сейчас... Ой, шейкер минус. Да, ну и ВР-ка должна убивать. О боже, как... Вот почему... Вот Вольво, почему она сейчас не привязала? Вот почему она сейчас не привязала? Сейчас пауэршот. Вообще непонятно, как этот шагов работает. Я так думаю, что никто до теперь не мог понять, как Вольво прописал код на то, чтобы шагов работал. Типа вообще, вообще чувак не понимает, наверное, какой код он написал на этот шагов. Вот сегодня мы видели, чувак дает шагов отсюда, штемпу, который стоит здесь, и оно вяжет так. Ну, типа, а здесь, типа, при первом, ну, шекле, как он, грубо говоря, должен работать, оно не привязало. Не, зачем? Зачем? Ну, что здесь происходит? Ладно, пока мы видим... Ну, 3010 минута не есть много, но как-то непонятно. Вот я смотрю сюда, типа здесь они хорошо ведут. Ну, Квапа убивает Скайвро. Ну, я говорил, что Скайвро здесь мясо. Типа спецназик, ну, плохого героя получил, очень плохого. Ага, ага.
Тупо. От бога. Ой, отличный шекл минус зомби. Хорошая контринициация от парней из проблемы. Ну и Сене стоит на оффлейне себе, сейчас даст ульт и убежит. Хорош. Еще может забрать Виктор Виверну. Не. Не туда он переключил костель. Надо было на Дексу переключить костель с Сане. Ну ничего, ничего. Будем верить в Сане. 22 моба на 41 спектре. Вообще спектра все нормально чухает. Типа на этом оффлайне. И непонятно, почему Сане не выучил ни одного разу первый свой скилл. Типа он был неплохо. Ой. Будем прощаться. Отличная инициация. Хорошо забрали Вивера. Типа, наверное, Сане не ожидал такого. И в это время еще Инвокер будет забирать Шейкера, а Верка будет забирать Зомбака. Еще Верка может забрать Инвокера. Не, не заберет. Разве что Шекл сработает, не сработает Шекл, и Инвокер спокойно себе убегает. Ну и что, 5 на 10. Выиграли, на удивление, Радианты. Ну и все равно графа идет вниз, вниз, вниз. Сейчас будет 10 тысяч, скоро преимущество. Я не знаю, мне кажется, что Радиантам надо как-то собраться и перевернуть драку. Так, минус деф, ускорение, стан. Стан. Нет. Так, есть ульт у Вивера. Ну что, напугали они, да. Ой, отличный, обратно, отличный пауэршот. Так, нападает на Верку. Верки нету винрана, но ничего. Ой, и снова отличный шекл. Отличный, вообще от Верки классные пауэршоты выезжают, шеклы. Так, что ставится Буалтерия. Нету винрана. И, о боже, великолепно квапа залетела. Наорала, забрала доминейтинг Верки. И забрали спецназика. Ну, типа, пацаны далеко загуляли. Сейчас какая-то непонятная контринициация. Умирает Селедка, ничего не успевает сделать. Умирает Вивер. Минус 4. Минус 4. И пацаны, чем дальше, тем больше отдают преимущества. Какие-то непонятные тимовы ихние. Совсем непонятно. Зачем? Зачем ломиться сюда? Вы проигрываете по всем фронтам, кроме мида, грубо говоря. Вы еще куда-то ломите. Забрали спектру, радуйтесь жизни, идите. У спектры уже вангвард. Какая-то олдскульная спектра получилась. В принципе, ну, неплохое решение. Учитывая то, что вражеской команды много физурона. Ну и снова Сане. Сане наступает на те же грабли, идет на топ. Зачем ты идешь против спектра и зомбака, да, когда ты можешь пойти и уже начинать фармить низ. Ну и в это время спецназик умирает. Все, все, он умер. Все, спектра еще, не, инвокер все-таки его забрал. Ну, говорю, непонятно совсем, что они там исполняют. Одно хорошо, что ВРК будет иметь на 15-ю минуту усилок. Да, это типа, ну, это одна линия, которая... Типа, равно сыграно в проблемы тим. Ну и здесь инвокер уже практически с аршедом. Типа, 4-1 инвокер. Если мы возьмем по киллам и смертям, ну, вот, что я и говорил. Типа, Skyros здесь совсем не заезжал. Я не знаю, зачем его вообще взяли заради этого сайленса. Ну, типа, это глупо. Так, ну и ВРК будет пробовать переворачивать. Шекл, нет, нет, надо уходить. Так, умирает Скайвротмах, умирает Селедка, ВРК дает ульт. Нет, сейчас умрет ВРК. Нет ульта. Так, не умирает ВРК. Ну и Сане убегает. Ну и это снова 2 в 1 размен. Еще Квапа забирает. Боже, как хорошо Квапа отыгрывает. Ну, Квапа вообще бомба. Типа реально лучший игрок в их команде. Типа за весь турнир. Шо на Магнусе отыгрывал невероятно. Шо на Квапе. Ну и что ты мне подсказываешь, что с такими темпами, как бы, Сане и компания проиграют первую катку. Типа да, у них есть чем драться против... спектрировал эти, типа, ульт с Лордаром, но
думаю, ну вот что, вот что это такое, что это такое. И так не умрет. Но чересчур много сейчас они отдают. Сейчас я смотрю не КВ, а паб, друзья. Это просто паб. Просто паб. Просто происходит хоть что. Шекер 5 на 16. То есть 4 лав. Ну, короче, типа все плохо для проблемы тим. Ну и Верка пытается делать какие-то открытия, у нее ничего не получается, сейчас она будет умирать. И будет умирать Скайвротмах, и будет умирать Вивер. Ну, мне кажется, просто с последними двумя пиками не угадали проблемы тим. Ну, просто не угадали, а вот пацаны с Go Team хорошо пикнули. Друзья, уже не могу говорить. Просто я понимаю, что я молчу, но что-то говорить совсем-совсем тяжело уже. Просто не получается. Да и что здесь говорить? Ну, типа, 14 тысяч голды, 12 тысяч XP ведут на 20-й минуте. Пацаны из Go Team, короче, в салат проиграли проблемы. Ну, начало и, ну, типа, ну, мидгейм они точно не выиграют. Ну, чем им выигрывать мидгейм? Шейкерами пятыми левели, ну, извините, шестыми, типа, селедками. Ну, там, одна селедка, что себя более-менее чувствует, и ВРК. Вивер в говне. Десятый левел, ну, тут зомби оффлайн, десятый левел, привет. Клопас БКБ, сейчас даст себе третий. Да, удачи своими, типа, ультами. В это время КВП разбирает всю вражескую команду, типа на изичах. Так, Спектра дал больше, Спектра влетит, инвокер пришел, минус Вивер. Оп! И оп! Нет, жив! Ну! О, инвокер хорош! Не нашел. Короче, Вивер выжил. Ну, это не имеет значения, поскольку тир 2 упал, вся команда Radiant упала, шоу Fight Recap, видим более-менее равный размен, даже по бублу выиграли, Вивер выиграл по бублу, вообще не знаю каким чудом, но сейчас типа Tower упал, в итоге выиграли DR по бублу, наверное, ага, God Life Spray забрал Вивер, вот почему он столько бабла снял, сколько он снял вообще, 1000 бабла, да, неплохо, неплохо, но... Не знаю, этого мало. Вот, Сакрат. Привет! 20-я минута, Вангвард, Сакрат, Спектры. Ну что ты здесь делаешь? Да давно он уже оттуда ушел, инвокер, успокойся. Ну-ка, что ты себе придумал там?
Вообще непонятно. Селедки еще тысячи к дайгеру. А оффлейн квапа имеет БКБ на 20-е, типа сейчас будет выходить какой-то усилок. ВРК с маками, там не имеет ни дайгера, ни ничего. Ну, типа, квапа с оффлейна также одета, как ВРК. Вот. Даже лучше одета, нежели соло мид ВРК. Типа, там зомби недалеко убежал, зомби лучше, чем оффлейн фармер. Отличная привязка, минус квапа. 580 голды, сняла ВРК, хорошо выцепили, хорошо выцепили. Ну, конечно, типа, с Amplify Damage, да, Amplify Damage, типа, и ВРК ультом шеклом, типа, довольно-таки быстро умирает все дело. Так, что у нас здесь спалит сейчас Виктор Виверну, минус Виктор Виверна. Там бас ставится, Вивер сзади кого-то ульту дает спектра. Фокуса, значит, Слардара, Слардар быстро умирает, и в итоге это размен 1-2. Даблкил, сделал инвокер, но инвокер вообще жестко выглядит как-то здесь. Я и не думал, что он так хорошо сыграет на инвокере, честно говоря, недооценил пацана. И мне кажется, проблемы тем тоже его недооценили, и сейчас довольно-таки сильно платится за это. Ну, мне позвонительно кого-то оценить, недооценить. А вот команде, которая играет в финале турнира, не очень. И да, Вивер отъехал, селедка ворвалась криво, селедка отъезжает, ГГВП пора писать, пацаны. Ну, здесь Радианс будет, что вы хотите сделать с такой спектрой. Типа, финал турнира, лучше соберитесь на следующие две игры. Ну, типа, эту игру тянуть, типа, вы не Альянс, скажем так. Вот, Радианс сейчас прилетит в спектре, это говно будет умирать с одного ульта. Да и это тоже. О, это вот, вот это может поменять игру сейчас, дагер. Дайгер на шейкере может изменить катку. Ну и один, типа, герой, который хотя бы чуть-чуть может, это ВРК. Смоки. Хорошо. Но все равно такую спектру уже нереально забрать. А инвокера тем более. Ну да, да, там инвиза, типа, ну, минус, да? Ну и не получилось ничего со смоками. Легко забрали керри вражеской команды. Ну и умирает квапа быстрее всего. А не, не умирает. Нет, умерла. Умерла. Ну, хотя бы ВРК что-то старается, как-то отыгрывает, имеет 9к на творчество. Да, ВРК может вынести спектру в лейте, но доживет ли команда проблемы к лейту? И есть такое, как инвокер с там свитерами, с ЕМП, которые наламывают реально ВРК очень много. Ну, типа, вивер юзлес, селедка, ну, что селедка? Ну, селедка, ты 1500 дайгер быстрее появился суппорт шейкера, чем у оффлейн селедки, которая стояла неплохо на топе, потом еще внизу фармила, ну. Сейчас умирает шейкер. Ой, забрали инвокера. Вот кто забрал инвокера? Скай в рот. Ну, типа, не тому пошло бабло, типа, лучше бы... О, селедка получила дайгер. А Виктор верно получил. А, ну, в это время, как бы, сейчас получит спектра Aegis of the Immortal. И, ну, и что ты будешь дальше делать? Не знаю, как-то не верю, что проблемы Team, типа, затащат эту катку. Эту катку чересчур они уже закинули в самом начале, чтобы сейчас... Сейчас как-то на морали пытаться переворачивать нереальными усилиями. Чересчур они сильно закинули в начале игры эту игру. Ну, всякое может быть, типа, на то она и дота. Что-то перевернуть реально можно. Но такой спектру на 25-й. Да и инвокера, и квапу тяжело переворачивать. Да и этот грач имеет уже усилок.
Типа, ну, вот Санэ, например. Оп! И что ты будешь делать? Ну, там бы ему и БКБ не помогло, потому что ульт верный проходит через БКБ. Все очень просто. Здесь у пацана, ну, возьми арканы. Бош. Не знаю, Скайрот мог бы лучше уж сделать какой-то... Форстав. Ну и да, пуш пошел от команды GoTeam, да, забрали топ-тавер, у ВРК дизолятор. Ну да, это хорошее решение, типа ей приходится выходить максимальный дэмэдж, никаких не дайгеров, ни ничего, сейчас будут дефать от смока, тоже неплохой мув. Ну и будет пробовать забирать что-то. Ну, селедка сейчас фиданула, и спектра выжила, нет, не выжила. Ну там есть как бы Aegis. И да, не смогут задефать. Хотя Шейкер давал ульт? Давал ульт. Вот это плохо. Если, ну, типа, если... Зря. Зря он давал ульт. И, ну, Вивер отъезжает на ровном месте. Типа, от спектры. Он там ей ничего не дамажит. Он умирает. Одна ВР-ка не затащит катку. Просто не затащит. Все, ГГ. Да. ГГ первую игру выиграли пацаны с Go Game. Друзья, далеко не отходите. Сейчас сразу включим вам вторую игру, пока немного музыки.